Всем привет, дамы и господа, это проект Путь Сундуков. Цель этого проекта — нафармить 1000 боксов с начала игры и не открывать ни один сундук на протяжении всего этого проекта. И на данный момент всего лишь 6 бойцов на аккаунте, из них один только был выбит на пути к славе, это Роза. Всех остальных никого мы не выбивали, сундуки не открывались, и посмотрите, сколько уже сундуков, 699. Остался один сундучок и будет 700+, и сейчас мы на видос его нафармим. И останется, точнее, совсем немного. До 1000 там буквально, вот сейчас в это воскресенье будет раборубка, закупятся билеты, я думаю, что там плюс соточка сундуков сверху будет. И останется дождаться последнюю раборубку. И 1000 сундуков собрано. Но эти сундуки я коплю не один. Я кинул челлендж Ауруму Сереге, и он параллельно тоже фармит сундуки. Так вот, Серега, я уже скоро буду открывать 1000 сундуков. Ты как там? Сколько у тебя? Давай, ждем ответы, ждем результатов. И в конце, ребята, когда я и Серега Аурум нафармим по косарю боксов, мы с ним замутим батл на новых аккаунтах, на которых нету бойцов вообще. И сразу просто по косарю на двух новых аккаунтах откроем. И посмотрим, кому повезет больше, кому меньше, кто вытащит Легу, кто нет. Ребята, я вас очень прошу, поддержите лайком, осталось совсем немного. И в конце вы узнаете, что выпадет на этот аккаунт, а также вы сможете продолжить играть на этом аккаунте после завершения этого проекта. Осталось немного. Ну что ж, смотрите. Я сейчас соберу все режимы и добавятся жетоны. Смотрите. Оп-оп-оп-оп-оп. И осталось совсем немножко до 700. Кстати, это уже второй день. На этом аккаунте не играется. Я еще позавчера хотел записать ролик. Не получилось. Вчера хотел записать ролик. Тоже не успел. И вот эти 200 жетонов уже второй день не фармятся. То есть, ну, я где-то пропустил около... Ну, я не знаю, приблизительно там, может, 10 сундуков где-то пропустил. Но надеюсь, что тем самым Серега меня догонит, подойдет поближе, чтобы мы сравнялись с ним. И в конце, возможно, даже вместе запишем видос, как мы апаем 1000. Я думаю, что буду играть на быке. Карта, конечно, не очень для быка. Но я думаю, в любом случае нафармим 700+. В общем, друзья, поставьте лайкос, чтобы как можно быстрее этот проект мы прошли. Стоп, 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 стоп. Все. Даблеры есть. И погнали в бой. Ну что ж, давайте попробуем. Давайте попробуем затащить. Цели на этом проекте поднять много кубков нету. Цель единственная — это нафармить боксы. Я бы, знаете, даже, возможно, заморочился бы, конечно, и сделать вообще невероятное что-то. К примеру, нафармить не 1000, а 2000. Да, на это бы ушло не 3 месяца, а полгода. Но зато прикиньте, 2000 сундуков на аккаунте не один. Ну, то есть на аккаунте хочется сказать, что не открывался ни один сундук. Но при этом мы когда ШД открывали, первый сундучок был открыт, Нита, еще один сундучок был открыт. То есть были открытия, где-то около 4 где-то открыто было. Все, больше ни одного сундука на этом аккаунте не открывалось. И прикиньте, сколько уже нафармлено. Блин, это реально очень крутой экспириенс. Очень интересно, что в конце проекта выпадет. И очень интересно будет замутить Серегой батл. Прям реально просто открыть, ну не такой бы был азарт. А вот это сделать в режиме батла, я уже в предвкушении. Я жду не дождусь, когда мы уже с ним закончим этот проект. У Сереги приблизительно такое количество сундуков. Может, там буквально на пару десятков он отстает. Но это все из-за того, что он вначале запорол, потому что играл с рандомами. Вот, но все равно... сундуки, ну, фармятся вообще максимально быстро, я считаю. Но все равно не идеально. Были дни, которые пропускались, не всегда заходили в игру, не всегда собирались жетоны и тратились также тем самым. Поэтому, ну, возможно, можно было бы там, не знаю, может, на пару деньков, на денек быстрее было бы завершить. Но это не принципиально. Я думаю, что все равно завершится проект на раборубке. Все равно завершится он на раборубке. Смотрите, пока идеально заходит все. Ну давай, Мортис попросил с ним затемиться. Давайте, затемимся. Отойди, чтоб я тебя случайно не убил. Ну все. И ультой добил. Топ-1, друзья. Да-да, с даблерами как раз таки хватит. Сейчас будет 700+. Так. А ну, звездный жетон.
Так, 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 много жетонов. 68, ого. Я думал... А, за первое место 34 дают, да. И смотрим. И... Yes! 700, друзья! 700 боксов, господи, как это классно. И 14 больших. Ну давайте, у нас еще есть жетоны, пойдем сейчас еще тратить. Еще как раз парочку. Один или два бокса еще дофармим, да, сколько там. Ну один точно, второй не знаю, хватит, не хватит. Кстати, было бы еще идеально поапать персов, да, там на новые ранги, потому что за новые ранги тоже жетоны дают. Но это на самом деле все мелочи. Мы просчитывали, да, там каждый сундук в начале проекта, но при этом все равно никак... не миновать четвертую роборубку. То есть у нас получается три роборубки уже было. Будет, будет в это воскресенье. И все равно четвертая, ну ты как ни крути, она понадобится. Это будет финальная роборубка. И это будет 1000 кубков, ребята. Реально, аж не верится. Понимаете, когда я запускал этот проект, я понимал, что это не просто проект, где... ты будешь играть, там постепенно развиваться. Это проект, где надо реально нафармить много ресурсов и при этом, ну, набраться терпения. И как бы ты ни хотел ускорить этот процесс бустом, там, я не знаю, деньгами, чем угодно, ты все равно не вылезешь за рамки, которые поставлены перед тобой игрой. Это реально роборубка. В любом случае, это 3-4 недели. Ой, стоп. Получается мы не три, господи, это... почему полгода? Я вначале немножко, ребята, с цифрами побаловался. Нет, не полгода, 2000 боксов можно нафармить за три с чем-то месяца, я думаю. По логике, да? Ну, блин, 4 роборубки нам понадобилось. Я что-то не знаю, мы как-то считали, немножко по-другому все было. Либо я сейчас с цифрами все перепутал и немножко все не так. Красавчик, я просто мечта для оппонентов своих. Сам попадаю на ульту и полностью стою в уроне. Отлично. Шикарно. Оп, сейчас мимо. Так. Погнали кого-то вынесем. Только кого? Давайте вот этого быка. Так. Хорош. И еще одна топ-1. Ой, больно ж. Больно. Больно-то как? Больно. 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 Хилимся. Тихо. Оп, мимо. Оп, мимо. Оп, мимо. Оп, мимо. Ты же так не отхилишься, дурочка. Топ-1. Да, ребята, да. Итого еще 60, да, получается, жетонов. Смотрим. 68. И прошлый раз 68, да, было? Да. Наверное. Итак, залетаем. Пи-бим! 701. Еще одну катку погнали. На пути к славе мы вот... я извиняюсь, не ШД, а события по билетам. События... Я просто... У меня 4 проекта, и я уже путаюсь, где что я открыл. На пути пижона не собираю награды. На пути Шелли не открываю персонажей. Ну там тоже, кстати, пока награды не собираются. И то там уже третий аккаунт, я уже запутался. В кубке без побед мы не занимаем вторые места. Какой еще проект? Ну, 1000 кубков — это другая история. Ну, бро, уже в голове реально. Короче, до события по билетам, я вспомнил. 350 кубков, да. Остальные трофеи, остальные награды мы не собирали, это все будет собираться на видос, когда дофармим косарь. Погнали, последнюю каточку, еще один боксик нафармим. Короче, ребята, это возможно, это реально. То есть, когда уже видишь 700 боксов на аккаунте, то уже понимаешь, что, блин, ну, цель-то скоро достигнется. И уже, блин, не терпится сделать выпуск с открытием. И мне очень интересно, что дропнется. Знаете, еще бы идеально было бы подобрать день, где будут леги в магазине, а именно акции, чтобы, знаете, если что, купить сразу сюда и леги после открытия, если вдруг там, ну, я не знаю, сколько выпадет бойцов, сколько реально мы выбьем бойцов. Смотрите, он пытается залезть в текстуру. Вот придурок. В текстуру хотел топ-1 взять. Не дадим богаю замапать кубки.
Ух, так, это мое. А, это твое? Ну ладно, это твое, значит. Я не претендую. А, здорово, брат! Тихо! Чить. Хорош. Пам, пам! Далеко, далеко, слишком далеко. Хилимся. Не, пассивка у БК классная. Добейте ее. Бам, смотрите, как подловил. Не, ну... Фрэнк, он... Конечно, выждал момент нормальный. И хочет со мной затимиться. Но не, братан, но не. Блин, он так набьет ульту. Я так не хочу. Ага, а мне еще одна тычка и... О, все, бай-бай. Ну, привет. Боже, какая тупая ульта от меня была. Так, ну добейте его. 2800. Вы что, гоните? Блин, я в кусты не пойду, я боюсь. Так. Роза. Не, ну я думаю, тут можно топ-1 взять. Сейчас попробуем. Так. А, Фрэнк какой ненасытный, да? Хочет ульту. Я могу выйти розы дать. Ну, убить розу. Есть. Ой. О, Дэрил, кстати, неплох. Я хочу Дэрила убить. Я хочу его убить. Иди сюда. Там, пам, пам. 185 кп. Это победа, пацаны. Это победа. Плюс 10 трофеев. Ну что ж. Ну что ж. Ребятки. Основные... Бля, теперь 68, было 64. Ладно, не суть. Кстати, 702 бокса я смогу нафармить. Но это по жетонам. На самом деле, честно, когда у тебя так уже много боксов, как-то не сильно придаешь значению этим жетонам. Реально, ждешь уже раборубку. Раборубка будет через один день. Будут продаваться билетики. Уже 92 билетика есть. Еще там докинутся. И все эти билеты будут потрачены в раборубке. Ну, я надеюсь, что плюс 100 боксов будет. Хотя, вот на данный момент я словил себе на мысли, что, возможно, четвертой раборубки будет недостаточно. Блин, вроде так уже чуть-чуть вроде осталось. А на самом деле еще, может быть, и не чуть-чуть. Короче, не знаю, подписывайтесь, ставьте лайки. В любом случае, рано или поздно косарь будет, батл состоится. Открытие будет глобальное, вам должно понравиться. Поддерживайте, подписывайтесь, любите, встречайте. Понесло, с Новым годом, с днем рождения, с 8 марта. Пока, ребят, люблю вас. В конце понесло, но хотел что-то приятное сказать в итоге. Не в тему, любите, встречайте. Ну реально, всего вам хорошего, добра, любви и позитива. Пока, ребят.